Видишь, как я грамотно призвал нам хорошего Power Ranger? Давай, ну. Давай, бабах. Ой-ой-ой, кого-то мы еще поднесли ему, да? Так, мне кажется, о, мы вместе щит поставили. Сейчас, не, он ничего не делает. А, вот атака, он подождал, пока щит закончится. Смотри, да, грамотно, согласен, грамотно. Вот это очень хорошая атака. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Дитул, и мы сегодня играем в Могучих Рейнджеров. Да, ребята, это Power Rangers, мы продолжаем играть в эту игру, вам она очень понравилась, набрали очень много лайков, просмотров, поэтому в бой, ребята, погнали. Смотри, мы можем открыть Морфус бонус, давай посмотрим, может там выпадут открываем. Карточки какие-то. Да, конечно, смотри, галфишка прилетела, кристаллы. О, ох, Джейсон Ли! Смотри, у нас новый герой появился, да, получается? Да, и мы, кажется, его можем разблокировать. Да, давай зайдем в реестр. Где-то. О, вот он, смотри, но он заблокирован. Разблокировать? Опа! Слушай, это прикольный черт. Мне он нравится. Да, прекрасный персонаж, согласен. И давай его разблокируем. Смотри, заблокировано, быстрые. Ну, давай разблокировать. Да, конечно, разблокируем. Все. Поехали, ребята, разблокирован Джейсон наш. И конечно же, мы его сейчас будем использовать, назначить вместо вот этой дамочки. Вот такой у нас, ребята, состав. Ты смотри, какие у нас мощные Power Rangers. Ну что ж, бой, погнали. Поехали, давай попробуем их в день. О, смотри, еще есть. Ничего себе, еще одна штука. Давай-ка откроем, посмотрим. Так, кристаллы силы. Да ладно! Отлично. Дэнни Делгадо, да? О, кстати говоря, которого можно было купить. Да ладно, который будут купить сейчас? Да, по всей видимости, мы ничего себе. Слушай, ну давай его тоже возьмем, нового разблокируем, ребятки. Новые персонажи у нас, вы смотрите как, а? Давайте разблокируем, конечно же. И возьмем его, наверное, справа, да, поставим? Да, справа возьмем, потому что черный у нас уже был. Да. И так, назначить. Вместо вот этого. Вот так вот, ребятки. Вот такая вот у нас команда, вот такой состав. Но главное у нас все равно вот этот посередине. Да, да? И он как бы основной у нас получается. Так, да, смотри, отлично. Нужно получить бонус. О, ребята, получили бонус комната силы. Ну что ж, уже не терпится отправиться в бой, да? Да, поехали в бой. У нас какая-то яма, да? Angel Grove. Вперед! Английская яма. Вперед, ребятки. Мы играем против противника. У нас идет поиск. Это онлайн бои. Power Rangers, вперед! Ну что ж, поддержите нас лайком обязательно. Чем больше будет лайков, тем больше мы будем играть в Power Rangers. Да, ребята, кому нравится игра, ставьте лайк. Ну что ж, где синхронизация? Нашли мы противника, наконец-то. Синхронизируемся с ним. Ну что ж, у нас Strike, Breaker и Defense. Ты смотри, как, а? Три класса есть. Так, поехали. Ух ты, смотри. А у него самый первый, да, состав? Как у нас состав, да, первый. Прям, может быть, это так, и мы? Нет. И поехали. Хорошо, опа, уже отлично, понеслась. Отлично, надо щит поставить, щит, да? Или что? Он не собирается? Слушай, он как-то не особо хочет. Ого, вот это выстрел, отлично. Да, что-то он как-то неактивно использует. Слушай, а мы неактивно ему наносим... А, нет, вот сейчас активно был дамаг. Слушай, я он вообще стоит, он что-то не вдупляет, что происходит. Да, я думаю, он не особо понимает, что происходит. Вот сейчас он наконец-то понял, что пора атаковать. Да, призвал на помощь свою команду. Оп, оп. О, ты видел, он тоже атаковал, и мы атаковали, но мы были первее. Слушай, у него, кстати, уже 530 здоровья. О, промазал, ты видел? Да, промазал. Вот это круто. Ай-яй-яй. Начинает атаковать. Слушай, долго, конечно, атаки накапливаются. Тут мы не успели, да. Ничего не могу сказать. Но это эликсир. Па-п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 а-
Ой-ой-ой, нет, не под щитом оказались. Так-так. Супер атака, хорошо. Вот атака и что очень сейчас много будет? Выносит. Сейчас, не, он ничего не делает. А, вот атака, он подождал, пока щит закончится. Смотри, да, грамотно, согласен, грамотно. Вот это очень хорошая атака. И призываем на помощь нашего друга. Что? Оп, я уже испугался, что с ним произошло такое. Ай-яй-яй, он быстрее использовал способность. Но хелсов осталось у него мало, и мы добиваем его. Отлично, ребята, смотрите, как он улетел, правда, что-то фризит. Да? Не, это типа замедленным действием, когда добиваешь. Когда, типа замедленным действием, он так дергается, как... Ну, типа ладно. Того, да, есть такое. Смотри, у нас морф бокс еще один есть. Прекрасно, мы сейчас... А где его открыть? О, ты смотри, что за лига такая, заблокирована 45 минут. А, вот, разблокировать. 30 минут пойдет, и через 30 минут мы, по ходу, разблокируем. Ничего себе, а вон за 2 секунды можно было, но это тренировка. Да, это тренировочный, кстати говоря. Кстати, какой-то крутой, да, золотой, что ли? Нет, тренировочный бокс.
еще один Морфи Бокс. Ничего себе. Я не понимаю, ну это за, вот, за эти гемы. Сейчас нет, 30 мы минут не пройдет, и тогда уже откроем. Да, согласен. Ну что же, мы дальше сражаемся, да? Да, мы так и не разобрались. Вот у нас есть персонаж, а почему мы не можем открываться в Лиге 3, да? Надо левел, яростная комбинация ударов. А как апгрейдить-то вообще, понимаешь? Вот... Слушай, я думаю, что надо собрать ДНК его и поднять нам уровень, тогда проапгрейдим. Ну, наверное, да. Может, автоматически с левела апгрейдится. Ладно, поехали дальше в бой, да? Да, поехали в бой. Кстати говоря, можно сменить нашего персонажа на какого-нибудь из наших помощников из команды, да? Что... И поиграть другим. А чтобы вот сейчас... главарем поставить другого? Ну да, главарем другого. А слушай, а что сейчас произошло? У нас другая команда была, что ли? Ну, давай назначим вот... А, слушай, лидером нельзя, но только лидер, вот только вот у нас красный, понимаешь? Да ладно, лидер только красный? Да, только он у нас может быть красный, поэтому в бой. Очень интересно. Смотри, у нас здесь второй состав есть, первый состав, да? Ну мы первым в нашем составе. Поехали, да. Красный у нас лидер, ребята. Мы им играем, но ничего, будем им играть, о чем? Да, я надеюсь, что мы поднимемся выше и, соответственно... Проапгрейдим его, ребята, обязательно. Синхронизация у нас идет, противник уже найден. Ну, очень что-то долго синхронизируется. Да, может, реально. Реально прям онлайн, прям совсем-совсем онлайн. Ребята, пишите, кто знает, прям кто играет в эту игру, реально онлайн. Не, вроде подписчики писали, что действительно онлайн происходит все сражения. Ну, если так долго, то да, то, наверное, так. Так и есть. А как по-другому, ребятки, онлайн-то веселее. А, да, но в Clash Royale-то быстро онлайн происходит. Ну, слушай, Clash Royale и это, Супер Село-то крутая компания. Супер Село, да, молодцы. Ну что ж, против нас опять такой же персонаж. В холостую он почему-то решил бить, не знаю почему. Подожди, а мы справа, да, находимся? А, слушай, мы теперь слева, ой, справа, представляешь? Да, обычно же мы слева. И почему-то он ничего не делает. Папа ничего не делает. Тебе не кажется так? Никита против нас играет, возможно, наш подписчик. Никита, если ты среди наших подписчиков, отзовись. Кстати говоря, кто-то из подписчиков писал, что это он, да, с нами играл. Да, что мы играли, да, было круто, конечно. Да, но правда, мы этого не знали. И сейчас почему-то противник даже не сопротивляется. Да, он такой, о, Дитол, не буду против Дитола играть. Представляешь, действительно так он сейчас радуется, просто что он играет с Дитолом. Да, и смотри, дамажим. Слушай, а может он просто вышел? Может быть вышел, но почему-то... Эх, ну давайте, да, ну где же экшен? Все долго, понимаешь? Бам-бам-бам! Да. Смотри, наносим... О, что-то он там делал, нет? Нет, это мы дергались. Не, а что-то он как-то дернулся в сторону, нет? Нет, сейчас будет KO и победа. Бабах, ребята, ну ни разу не ударил нас противника, что ж такое-то, а? Это было, конечно, неинтересно. You win, хорошо. Слушай, а мы-то потихонечку повышаем свой лавачок. Смотри, морф, бокс, величие какое-то. О, ребятки. 4 часа, Лига 1. Слушай, ну вот эти морфбоксы, наверное, будем открывать, и там как раз будут там высыпаться. Да, 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 100%. Прям как Clash Royale. Еще есть какой-то ярчик. Ярчик? Ящик порчи. Ящик порчи при... Слушай, ну если мы его соберем... Он накапливается, да? Да, если мы его соберем, то... Так, ячейки наград заполнят. Вы не получите морфбоксы, пока у вас не будет свободных ячеек. Используйте кристаллы силы, чтобы немедленно открыть. А хотите сражаться, несмотря на это? Ну, а что поделаешь? Сражаемся, да? Да, сражаемся, ребятки. Ну а что, мы будем ждать, пока откроется? Конечно, нет. Да, мы будем не можем драться, так сражаться. Ждать. Ждем противника. Давайте нам какого-нибудь активного, мощного, как мы, противника, чтобы прям ба-ба-ба-бах был. Да, чтобы реально было сражение. Чтобы было сражение, чтобы мы прям изнеможали от сложности и дрались, ребята, дрались. Ну-ка, синхронизация, поехали. 120 у нас уже молний. А у него 122, смотри, афикалий какой-то. И мы офишал. Официалий хувис. Ну, возможно, это какой-то... Это итальянец, по-любому. Опа, держи, смотри, как грамотно. Ну, ах, отскочить не успели. Призываем на помощь. Призываем на помощь нашего друга. Ты понял, да, что мы справа, да? Ну-ка. Хорошо. А я только сейчас понял. Да ладно. Да, я все привык, что мы слева. И мы проигрываем, между прочим. Да, кстати говоря, вот видишь, как я грамотно призвал нам хорошего Power Ranger. Давай, ну. Давай, бабах. Ой-ой-ой, кого-то мы еще поднесли ему, да? Так, мне кажется, о, мы вместе щит поставили. Защитились? Давай, слушай, сбили ему атаку, да? Ай-яй-яй, не успели. А, нет, атакует. Давай что-нибудь мощненькое. Тихо. Призывай кого-нибудь. Ах, опять не получилось атаковать на ферме. Да, что там было такое? Призываем. А, слушай, ничего бьет, себе. Бьет, все равно бьет. Это... Щит. Так, щит, ладно. Щит. Держи, мужичок. Бей. Бам! Хорошо, 40. И нужно под щитом. Спасибо,
Край. Все равно он достал каким-то образом. Ну, достал. Щит закончился, он достал. И момент и нужный настал. Щит. И достал. Опа! Я, ну, слушай, вот 52 щит, дамага. Сомнительный. Мячик нет, не дает. Нет, добивает, нет, добивает. Нет. А, ребята, выбил. Ну, слушай, какой итальяшка-то, а, хороший. Макаронник, а, попался нам. Это точно. Хотя, может, испанец. Ух, ну хубас. Да, ребятки, хубас. Ну, смотри, ну, ящик, тем не менее, потихонечку заполняется. Да, ребята, мы обязательно попробуем открыть все эти вот эти штуки, порталы. Я надеюсь, что у нас получится сделать еще это и на видео. Ребята, вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам игра. Будем продолжать мы или нет, решим по вашим лайкам и просмотрам. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.